Я ісу вродлива. 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 Таке странне слово. Начебто. Типу. Будь растяжка, не будет. Пожалуйста, хватит на каждом эфире спамить вот хрустом каким-то или растяжкой, хорошо? Не надо, не надо, не нужно. Я из Сум, да. Я поняла за границей. Ты из Сум такая красивая? Да, спасибо большое. Зарастаешь с ума? Так, я просто слебезна. А, понятно. Но я именно из Сум. Как ваши дела? Блин, я обычно всегда на последних эфирах, я всегда включала музыку на фоне, чтобы играла. Я из Хмельницкого. Я эту кисточку покупала в Хмельницком, я недавно туда приехала. Я месяц назад там жила. А, чуть глаз не выколола. Да, я вот думаю, может подзарядить телефон и завести потом трансляцию, или же просто перезапустить трансляцию, потому что, блин, очень мало людей, а если я перезапущу, их будет больше. Я хочу посмотреть, что у меня там на последнем видосе. Мне там интересно, уже сильно захейтили. Захейтили! Давай выключить эту маску. Я не хочу выключать маску, потому что, блин, мне не нравится сейчас, как я без нее выгляжу. Понятно. За границей не была? Была. Была. Но мне не нравится. Это только тебе, походу, не нравится с маской. Мне нравится. С маской. Блин, я очень сильно, знаете, что хочу. Я не знаю, что я хочу. С маской. Нет, я хочу что-то. Я хочу что-то скушать. А я не знаю, что именно хочу скушать. Не хочу больше. Хочу, но я не хочу выезжать сейчас с Украины. Расмонт, ты погодилась бы на эту встречу. А чему не? Такая хорошенькая, дякую, Лека, ты красивая девчонка, спасибо большое. Боже, котики, вы меня все время, блин, так заваливаете комплиментами, это жесть просто. Я тебя баню, потому что ты пишешь очень-очень сильный бред. Блин, ну где мои модры? В тебе сумка, блин, крута была. Какая сумка? Я хочу крылышки KFC. Или бургер. Бургер. У меня сумка одна, с которой постоянно хожу. Приветик. Ты бегала с работы, романтичный сюрприз из завязанного Чима. Прям чтобы с черепом, с чем. Это сумка Карла Лагерфельда. Кстати, я увидела такие красивые кроссовки новые у Дизеля. Это просто жесть. Они такие классные. Правда, мужские, женских там таких нету. Но таких сумок очень жалко. Ну, конкретно с завязанными глазами у меня не было, типа, подарков. Не, ну, как на, типа, сюрпризов, да? Ну, было такое, что мне, типа, закрывали глаза и дарили цветы. То есть, короче, бывший парень ко мне приехал. Что-то подарок золото. Да не буду я показывать ее сейчас. Сколько стоило? 1,5. Вот. Чё я поняла? Ко мне приехал мальчик. Мы с ним были 3 дня вместе. Ну, в плане на 3-й день, типа, вот он мне сделал, типа, вот сюрприз. Он, короче, приезжает ко мне со своим другом. Приезжает ко мне под подъезд. Чтобы без работы сидеть. Дела, как зовут. Меня зовут Вероника, а у меня дела хорошо. В Украине.
Но я хочу быть до конца войны в Украине. То есть я не хочу конкретно вот сейчас, на время войны, я уезжать не хочу из Украины вообще. Вот, ко мне, короче, приехал мальчик. Мы 3 дня с ним тогда встречались на тот момент. И, короче, он мне закрывает глаза. И открывает машину, типа. И я вижу, блин, большой букет роз. Задним сиденьем было. Это было прикольно. Это было приятненько. Было очень приятно. Что? Don't understand. Нет, у меня немає, хлопцы. Я самотня. Приветик. Я вот думаю. Кстати, я опять начала играть в папку. Угу. Блин, у меня уже вся рука в тоналке, потому что я постоянно ложу кисточку, а кисточка в тоналке, блин. У меня нет парня. Не надо водить инфу, у меня нет парня. Бенустин, тантин, телосе, ой, заказание. Ладно, я думаю, сейчас завершу трансляцию. Подзаряжу немножко телефон, и через полчасика, я думаю, я запущу еще трансляцию. Поэтому, кому интересно, спасибо большое за подписку. Так что через полчасика примерно я подзаряжу немножко хотя бы телефон. И я запущу эфирчик, буду с вами дальше общаться, разговаривать с вами, тыры-пыры, туда-сюда. Поэтому, ребят, всем спасибо большое, что были со мной. Я вас очень сильно люблю. Через полчаса, давайте в 3 часа.